Мы считаем, что государственная машина, которая создана Путиным, заточена под один результат, максимально обслуживает его и его группировку. В нормальном правовом государстве оно обязано создать равные условия и контролировать, чтобы строго выполнялся закон, который принял парламент для проведения подобных мероприятий. Ничего похожего в российской действительности нет. По сути дела, этот огромный государственный механизм снизу доверху обслуживал ее выборную кампанию в одностороннем порядке и выдавливал нужный результат.